Ну, судя по тому, какие выходки себе позволяет попугай в нашем шоу, это можно снимать на видео, выкладывать в YouTube и зарабатывать миллионы просмотров. Да. Попугай разорвет ТикТок в один момент, я уверена. Просто в этом костюме мировой челлендж можно устроить. Попугай-челлендж. Мне кажется, в любой версии, которую мы здесь озвучиваем, важно придерживаться баланса. Всем ли критериям соответствует персонаж, о котором мы рассуждаем? Так вот, мне кажется, что если собрать все подсказки, поведение попугая, голос попугая, то, как он двигается, как себя раскованно ведет, но вместе с тем и там достаточно серьезный музыкант, я считаю, что больше всего подходит под это все определение глюкоза. А я говорила об этом, по-моему, на прошлом эфире, что... Извините, ребята, да. Какая глюкоза? Как пел попугай прошлый раз. Ну, о чем это вы говорите? Вокалист мощнейший перед нами. Вообще? Что попугай делает до номера, не так важно. Какой он в номере, вот это и есть суть, которую мы должны оценить. Послушаем, есть подсказочки новые? Конечно. Номер мы увидим чуть позже, а прямо сейчас попугай расскажет о себе чуть поподробнее. Еще две подсказки. Смотрим. Похоже на индейца, да? Да уж, судя по вашим комментариям, я вообще могу быть кем угодно, только не тем, кем являюсь на самом деле. Какие-то странные у вас возникают версии. Это Аня Плетнева из группы «Винтаж». Это Юлия Ковальчук. Есть еще один вариант. Певица Бьянка. Может быть, Бьянка. Там Аня Седокова. 99%. Что это, Лен Воробей? Да, все верно. Аня Лорак. Аня Лорак, точно. Это она. Это Каролина, да, Аня Лорак. Придется мне снова вам помогать. Идея у вас, прямо скажем, так себе. И не дуйтесь. Я всегда говорю то, что думаю. В этом моя сила. Итак, внимание! Наверное, раскрою себя этим, но все-таки скажу. Первый раз эту яркую птичку вы могли увидеть. Ах, как давно это было! На песне года 85. Да, золотое было времечко. Песня тогда была, правда, не про попугая. Но птички в ней тоже упоминались. Как вам такая подсказочка, а? Все попугаи очень любят своих птенчиков, любимых попугайчиков. Как жаль, что они так быстро растут и улетают из родного гнезда. Но летят так красиво, просто загляденье. Что тут скажешь, есть в кого? А ты такой... Это всегда очень смешно. А сейчас время лететь на сцену. Скоро увидимся. Да ладно! Это Джордж Майкл. Yeah.
Крутяк. Класс, это услада для ушей, особенно Тимура. Он тут просто растекался в любви. Это кричал. Одна из лучших песен планеты Земля. Мало кто знает. Тимур Родригес, одноклассник Джорджа Майкла, у него вызывает особую. Выпускной был под эту песню. Нет, просто ностальгическая волна нас накрыла. Конечно, я понимаю, правда, с одной стороны, что, наверное, большому количеству зрителей телеканала НТВ хотелось, может быть, музыки чуть более знакомой, потому что... Не знаю, канал НТВ очень продвинутый канал. Не-не-не, я не об этом. Я говорю о том, что все-таки песни Джорджа Майкла популярны меньше, чем, например, песни... Филиппа Киркорова. Правильно, сообразила. Да. Например. Вовремя сообразила. Например. Назвать фамилию. Но я лично хочу сказать огромное спасибо и попугаю, лично, и всем, кто имеет отношение к выбору репертуара для наших участников. Это очень-очень круто, потому что это культура высочайшая, очень серьезное музыкальное произведение, вкус, с невероятной историей, вкус. Поэтому спасибо большое нашему попугаю за то, что он так разносторонне представлен в этом шоу. Браво. Ты серьезный музыкант. И мы все ее знаем. Она вообще серьезная женщина. В 85-м году мы видели ее на «Песне года». А может, она ребенком была? А может, ее папа приводил? А может, ну, неважно, по-любому уже взрослая женщина. Это серьезный музыкант. Друзь. Который нам пудрит голову для того, чтобы нас запутать окончательно. Вот таким вот легкомысленным своим образом. Да, знаешь, хорошо. А вы считаете, что там Анна Плетнева, верно? Анна Плетнева. Нет, не Анна Плетнева. Я, считаю, я уже совсем уже не думаю, что это Анна Плетнева. А кто там? Я не знаю, кто Валерий там. Считал, что там Елена Воробей. Вы знаете, ну, я вот все-таки настаиваю на Елене Воробей. Елена Воробей может спеть, как Джордж Майкл? Спасибо большое. Я люблю отталкиваться от подсказок. Ну. И вот в подсказке попугай говорит, что он любит птенчиков. А птенчик у нее, у него, у нее, у попугая один. Вот. И этот птенчик улетел из гнезда. А у Наташи Королевой как раз птенчик улетел из гнезда в Майами и собирается продолжать свои путешествия. Ну, может и поедет быть, это логично, в Японию, да, логичная версия. Обучаться. Вот. И она очень по нему скучает. Я знаю, это не понаслышке, она мне рассказывала. И вот мне почему-то кажется, что там может быть Наталья Королева. Да не может быть там, нет, Наталья Королева. Нет, по голосу нет, ребят. Голос, нет, подсказки подсказками, но мы слушаем. Нет, слушайте, ну давайте так. Я сейчас смотрю на этот рост и смотрю на пластик. И вспоминаю человека, имя которого, точнее фамилия, уже упоминалось в этом проекте, но в контексте другого персонажа. А если это Юлия Савичева, которая хочет нас запутать? В 85-м году что она делала? Она родилась хотя бы в 85-м? Думаю, нет. Да, кстати. Ну, ребят, можно послушать? Юля не будет себя так вести. Юля будет шутить, но она, это не Юля Савичева. Ну, а в маске можно быть кем угодно. Нет, характер все равно не характер ее. Характер не ее. Можно спросить нашу птичку. Что там скрывается? Что за характер? Это смех. В прошлый раз она ухахатывалась. Да, смех похож безумно на что-то. Я не могу. Я не могу, я... Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый, добрый. Добрый вечер. Я очень скучал всю неделю. Я очень рад вас видеть. Yeah. Еще всю неделю я тренировался врать. Я стоял у зеркала и говорил, я воробей, я воробей. Смешно. Это смешно. Дорогой попугайчик, а у меня вот вопрос такой. А вот ты был на «Песне года» ребенком еще или уже сам выступал? Ну, попугаи живут 150 лет, поэтому я был еще очень молодой, и сейчас у меня уже деменция, и я не помню. Прошу прощения, я сейчас открыла список выступающих 1985 года. «Песня года». Ну-ка. Итак, из выступающих женщин Ирина Аллегрова. Да? Нет? Да нет, конечно. Не нет, Ирина Аллегрова. Хорошо. Галина Булгакова. Не Галина Булгакова. Дальше. София Ротару. Валерий Леонтьев есть. Вот. Валерий Леонтьев вряд ли. Есть еще Ирина Понаровская. Ой-ой-ой. Ну, о святом не всуе. Ну тогда, друзья, осталась последняя Алла Борисовна Пугачева. Ну у вас везде вот либо Пугачева во всем виновата там. Или... Как сказал Гарик Мартиросян, это наш разноцветный позитивчик. Провожаем его за кулисы. Спасибо большое. Спасибо. Это чей-то знакомый смех. Да.